Ну что же, всем привет, ребят, с вами Карина, и мы продолжаем играть за 74 времена года. Ребята, у нас с вами завтра праздник зимы, поэтому нужно сейчас быстренько-быстренько все наши домашние дела прям доделать. А что такое? Это просто делаем. Да, у нас завтра праздник зимы, сейчас мы быстренько все наши дела домашние доделаем. И что такое? Да, это не знаешь, неприятная обстановка. Нужно будет, наверное, отрегулировать термостат теплее, потому что, ну, блин, у нас дома, наверное, как бы прохладно, все-таки мороз на улице. Так что, блин, нужно всем этим делом заниматься. Так, значит, здесь мы все убираем, здесь мы выбрасываем испорченную еду и кушаем. Да, и нужно будет нам обязательно покушать. Завтра у нас, в принципе, по-моему, никто никуда не идет, что очень хорошо. Угу. Такс, мы с тобой пока что вытираем здесь лужи дома. Что там у нас с Келли? Келли, вообще в тени можно было пообщаться с кем-то. Может, там попереписываешься с кем-нибудь, я не знаю. Ого, можно взять научную работу, но тогда мы этим с вами не займемся. Такс, мы тут бегаем, собираем все вещи лишние. Придите, пожалуйста, что у нас дома ходишь, что такое одежда-то, я не понимаю. Так, значит, давай-ка мы с тобой покушаем. И... сядем смотреть телевизор. Давай. Что такое? Ну ладно, поешь горох. Ничего такого. Что такое? Иди сюда. Вот не люблю я эти какие-то глючные симсы. Вот прям обидно. Вот прям серьезно обидно. А ты выкинул испорченную еду? Да, ты выкинул. Молодец. Молодец. А, так, слушай. Давай-ка, наверное, потом с тобой напишем все это дело. Я хочу сейчас ходить. Во-первых, нужно способствовать росту. Это раз. Мы это здесь с вами пытаемся сделать, как только можем. Продадим все. И... а, нет, начинаем собирать урожай. И нужно поговорить много с растением, чтобы тебе как бы общение поднять, потому что дети всегда занимаются своими делами. Да, так что пока что вот так вот. Ну что, в общем, у нас эта серия будет посвящена именно... Что за звуки сейчас были страшные какие-то. У нас эта серия будет посвящена именно празднику. Так что, да. Такие вот на самом дела. Так, дети, вы у нас что? Вы нас покушали, да? Ну, вы так общаетесь. Молодцы, хорошо. Люблю, когда вы общаетесь, все-таки брат с сестрой. Давайте. Разговариваем там. И нужно, что-то уже будет всем, в принципе, ложиться спать, потому что завтра нужно готовиться к празднику. Еще нужно елку сейчас украсить. Точно, блин. Давайте так, освещение. Сразу, наверное, включим этот светильник. Можем сразу положить подарки под елку. Угу. Можно еще, нет? Давайте, наверное, украсить верхушка белой золотые звездочки. Кажется, украшаем елку. Так, а Джастин пойдет у нас, наверное, ляжет спать, чтобы всем выспаться, да. Так, ну все, мы здесь сейчас с вами тоже делаем букет, и все идем ложиться спать. Да, пока что с вами такие планы. Что, здесь уже поливать не нужно? Так. Че здесь дискомфорт? Здесь вроде бы все нормально. А, тебе сесть нужно. Блин, ну прости, я ничего не могу сделать с этим. Я бы с радостью, но ты сама не хочешь. Так, все, мы с вами дело все продаем и бегом в кроватку. Все ложимся спать. Ханна сейчас у нас тоже тут украсит елку до конца. Ух ты, красиво. Прям красота. И ложимся спать. Все. Кстати, хорошо, что это чудовище больше к нам не приходит, а то я уже просто, я так просто устала. Оно просто каждый день к нам приходило. Это просто было невыносимо, когда наши Ханна и Джастин еще были детьми. Это просто был ад. Просто реально сущий ад. Просто кошмар. Каждый, просто, наверное, час ты встаешь, ты ложишься спать, через час ты... Да, да, подождите, спать-то ляжь обратно, пожалуйста. Ложитесь спать, алло. Вы что тогда проснулись? А, сегодня Дед Мороз придет. Угу. Круто. Че еще открыть подарки? Ага. Хорошо. А, в общем, ладно. Давайте, наверное, сейчас Келли поднимем. Что такое? Да, ты молодец, уж традиция соблюдена. А, нет, а что, кстати, меняется что-то, нет? Нет, ну ладно.
Давайте сейчас мы, во-первых, подадим завтрак. У нас сегодня будет фруктовое парфе с йогуртом. Фруктовое парфе. Да, так, Джастин, тебе, наверное, уже пора просыпаться, потому что сейчас нужно будет использовать туалет, принимать душ, а потом нужно будет уже покушать. Что там порезано? Сей, ну осторожнее, не надо тут ничего делать такого. Что вы прям это, в праздник, тут какие-то травмы, вот тоже мне тут умные. Сейчас праздничное настроение, блин, ну круто, у нас сегодня мороз. Снег сегодня будет, нет? Угу. Ну ладно. Так, завтрак готов. Все нас, кто хочет, идем. Ты чё, ты куда? В смысле, первый снег? Снег уже с вчерашнего дня идет, если чё так. Странные вы, ну ладно. Так, проснулась наша Ханочка. Давайте. Сейчас мы с вами все использовать, понимаем. Душ. Пока что занимаюсь все своими делами. Нужно же, кстати, пообщаться со всеми и потихоньку начать соблюдать там традиции, которые у нас с вами есть. Угу. У нас с вами 8 часов, по идее, придет этот Дед Мороз. Блин, это вообще круто. Такс. Все, ты меня покушаешь, Джастин? Ну, я тебя могу поздравить, потому что сейчас ты будешь класть подарки. Да, нельзя, мы типа уже все положили. Нужно будет украсить юбка синяя. Нет, красная. Да вот так вот. Наверное, с Келли. Я думаю, это можно сделать. Да, наверное, сделаем это с Келли. Все, украшаем туда елку. Ханна пока что там купается у нас. Все, а вы, ребятки, украшаете. Давай, блин, что-то какое-то тепло прям почувствовала. Так. Украшаем. Да-да-да, молодцы. Ханна, ты можешь с ними разговаривать, нет? Видимо, не можешь, хорошо. А, нет, можем. Все мы разговариваем, шикарно. Так, это деньги. Не надо нам про деньги говорить, это, так сказать, больная тема. С семьей, мне кажется, у нас их не очень много. Ну, в общем, все, я думаю, наша елка готова. Мне кажется, она получилась достаточно красивой. Кстати, нужно сейчас купить подарки. Угу. Ну, блин, даже не знаю, давайте, наверное, такую гору подарков купим. Так, господи, что же вы мне прям... Все. Потому что не люблю это дело, все, нужно как-то вот так вот поставить это все дело. А что, блин, Дед Мороз придет, а у нас подарков, считай, даже нет. Ну, это как-то так некрасиво. Давайте какие-нибудь такие подарки оставим. Ну, в общем, да, пока что вот так вот. Может, если поискать, сейчас будут какие-то еще украшения... Ты опять, что ли, есть захотел? Ну, ты вообще какой-то прожорливый у нас, смотри, какой. Такс, Келли, на тебе задание. Починить нашу любимую раковину, которая все время ломается. У нас все время ломается у нас с вами. Ладно. Джастин, ты же захотел поесть. Или ты не захотел поесть? Перекуси, пожалуйста, горошек. Вот это то, что захотелось покушать, блин. Печально. Такс, Ханна, вот для тебя задание выбросить мусор. И вообще, я бы отправила еще раз Джастина на пробежку, потому что это как-то влияет, но, блин, он так анимеет опять, я не хочу этого повторять. Кстати, Ханна, ты же у нас можешь, в принципе, пока что какие-то композиции составлять для тебя, там, какие-то новые. Все, ну, давай за 60 вот сделаем. Все-таки нужно как-то пока что начинать, я думаю. А что там у тебя такие плохие мулеты какие-то? Ну да, я понимаю, что немножечко грязно, но мы не сможем что с ним сделать. Да, что такое? Ну ты опять снеговика лепишь, что ли? Не надо. Так, значит, мы продаем все, что у нас там с вами есть. Давайте. Кто-то уже чихает. Не надо. Не надо болеть. Это плохо. Это очень плохо. Так, здесь это можно еще способствовать росту у кого-нибудь? Просто было бы это хорошо, если бы можно было. Ну, что-то пока что я не вижу. Можно, кстати, поговорить с растениями немного, я думаю. Нет, ну, видимо, нигде пока что нельзя способствовать росту еще. Ну, ладно. Это, конечно, немного обидно, но... Пусть... Вот, способствовать росту. Хорошо. Так, а здесь нельзя способствовать росту, нет? Нет.
Да, хорошо то, что у нас там качество повышается. Блин, ну я не могу ничего с этим сделать. Ну тут трава. Что я с этим сделаю, скажи мне, пожалуйста. Так, слушай, ну как там твой первый букет? Кстати, Джастин, иди-ка, позанимаемся этим делом, твоим любимым. Рассказывай мне кто-то, давай. Так, мы разговариваем. Все, короче, на занятии своими делами. Что там? Подарить подарки, наверное, да? Открыть подарки. А, здесь можно открывать подарки. Круто. Давай какой-нибудь подарок иди. Чтобы всем там приятно было. Будем сегодня распаковывать подарки. Круто. Так, все. Мы, значит, с вами сделали какой-то букет хотя бы. Какой-то, но какой-то. Когда он там вообще вырастет? Что-то как-то долго он растет, мне кажется. А мне вот кажется. Так, хорошо. Что мы с вами можем сделать? Кстати, можно же как-то... Давай еще сюда подавим. Добавим подарок. Давай. Иди сюда. Чего вы все дома ходите в этой одежде? Скажите мне, у нас дома тепло. Так, хорошо. Вы подарки положили, да? Давайте пока что немного все пообщаемся, стать лучшими друзьями. Так, вручить подарок. Давайте подарим цветочек. Мы всегда дарили Ханне цветы. Да, я понимаю, что мы стали лучшими друзьями, вас поздравляю. Так, что там еще у нас есть? Эй, так нельзя. Плохо. Плохо наше дело. Давайте пока что общаемся, поднимаем общение. Чтобы никто не скучал. Говорить про снег. Так, петь про праздник зимы. Вы опять что поете ту же самую песню, которую мы пели с вами на какой-то праздник? Так, давай пока что позанимаемся с тобой йогой. Так, Скелли, что у тебя? Давай потом что-нибудь сразу перекусим, я думаю. Мы все время теряем, быстро перекусить. Горошек, и нужно будет дальше написать научную работу. Что, дождь, что ли, пошел? Нет, снег, блин. Вы меня так не пугаете, не надо. Так, Джастин, ну, я думаю, в принципе, тебе нужно немножечко прям отправиться на пробежку. О! Мы бегаем... Блин. Ну, просто мне не нравится то, что он бегает в этой одежде, потому что это что-то прям печально. Он же так вообще анимеет, а я этого не хочу. Так, мне это интересно, просто как йога помогает, нет, этому всему делу. По идее, вообще должна. По идее. Так, ну стопэм. Что такое с тобой? Да. Угу. Так, что ты переоделся, да? Что-то кто-то меня залагал, ну ладно. Давай, беги домой и переодевайся. И тебе нужно будет все почистить душ с собой. Так что даже, если на тебе тут большое дело. Так, Келя, а ты что сидишь и не понимаешь? Мы тут попу сжираем. Давай-ка, давай. Пишем дальше научную работу нашу, что я тебе могу... А что такое? Что происходит? Что-то не хочет она. Ну ладно, давай тогда сделаем какую-нибудь композицию. Джастин у нас бежит уже там вовсю. У Ханны звонит телефон. Нет, нам ничего не надо. Ханна, как у тебя дела? А что такое? Почему Келли ничего не хочет делать? Келли, иди сюда. Наконец-то. Блин, какие-то вот реально глюки странные очень. Давай мы с тобой сейчас быстренько делаем букет, и нужно будет уже там еду готовить, грандиозный ужин. Все? Да, наконец-то. Сейчас какие-то, блин, лаги непонятные. Так, давай, Джастин, быстренько сейчас купаемся, потом чистим душ, и идем опять заниматься твоим любимым навыком комедианта. Так, упрощаемся в пене, рассказывать анекдоты. А где, кстати, Ханна? Ханна делает ДЗ. Ханна, не надо. Не надо, пожалуйста. Так, там твой братец... Блин, еще не скоро, наверное. Так что давай пока что с тобой быстро перекусим. И сейчас нужно уже будет поторопиться, потому что нужно делать грандиозный ужин. Скоро еще Дед Мороз придет. Так что у нас вообще дело с вами не в проворот. Прям вообще. Так, все? Сделали? Кстати, красивый букет, мне очень нравится. Так, все продаем. И давайте, нужно готовить грандиозный ужин. Так, сегодня у нас с вами будет ужин с ветчиной. Давайте вот так вот. Мне кажется, это нормально. Так, с Ханной у нас там перекусывает, да? Угу.
Это хорошо. О, нам еще и денежку дали. Шикарно вообще мы с вами живем, прям вообще. А, так, значит, мы с тобой сейчас идем в туалет, идем в душ, потому что твоя мама скоро тоже уже захочет сходить по всем этим делам. И скоро уже придет Санта, так что давайте мы пока что нужно как-то побыстрее всем этим делом заняться. Все с вами сразу сделать, поднять все шкалы, которые нам тут нужны. Это тебе нужно... А, ты убрать, да? Ну, все, понятно, тогда. Так, с Келли. Келли у нас готовит, слушает музычку. Джастин, сейчас после Ханны ты у нас пойдешь в туалет. Сейчас тут Хан там помоется. Да, и пойдем в туалет с тобой. И нужно сейчас уже будет сразу, наверное, покушать, я думаю. Нифига себе, там что происходит, вы видели, да? Так, все, Ханна у нас готова. Давай, Джастин. Идем мы с тобой в туалет. И сейчас можно уже будет, в принципе, готовиться, да? Так, слушай, иди-ка потом сюда, пожалуйста. Так, Джастин. Угу. Все? Спасибо. Такс. Там, где у нас? А, ну хотя давайте, наверное, сразу же будем все. Есть вот это вот все дело. А, подождите, подождите. Мы не сделали самое главное. Ну, во-первых, сейчас, подождите, пожалуйста. Сейчас все тут сделаем. Да, я всегда буду тебя любить, спасибо. Использовать и сходить еще в душ. Так, сесть. Так, значит, далее. Нужно всем обязательно переодеться. Нужно быть красивенькими. Ну, давайте, наверное, вот это платье оденем. Мне кажется, это прям красота вообще. Так, значит, дальше тебя мы одеваем вот в это. Это на твой красивый костюмчик. Да-да-да-да-да, я поняла. Да, пожалуйста, быстрее, Келли, все тебя только ждут. Через час уже Дед Мороз, блин, приходит, а ты еще у нас не готова. Нужно еще поесть успеть, а то что-то как-то это не круто вообще. Все получается у нас. Давай, пожалуйста, быстрее, мы тебя ждем. Джастин там вон уже в официальном костюме решил у нас позаниматься спортом. Круто. Такс. Пам-пам-пам-пам. Мы с тобой оденем, пожалуй... Ну, да, наверное, вот такое платье. Мне кажется, он достаточно красивое. И все. И все мы сейчас будем с вами кушать. Что-то не переоделась, скажи мне. Вот, все. Отлично. Все, сели на грандиозный ужин наш. Вот, пошла. Келли, может быть, ты как бы сядешь со всеми сюда, нет? Вообще, такая умная, я поражаюсь. У нас осталось 20 минут до прихода Санты. Ну, точнее, Мороз, Санта, Клаус. Я не знаю вообще, почему какая здесь разница. Такс. Все. Ее как-то призывать надо или как? А, зажечь елку нужно, подождите. О, привет! И что мне с тобой делать? Дед Мороз, привет. И мы теперь типа с ним тусуемся или как? Кто там у нас? Иван Селезнёв. Привет. Такс. А, значит, попросить подарок. Просим подарки все, наверное. Такс, давайте пока что работаем. Часто у нас там поедает все. Так, и куда вы? Такс, значит, Санта-Клаус, Санта-Клаус, ладно, я буду называть его Санта-Клаусом, блин, как-то так привычнее почему-то, я даже не знаю почему. Сейчас нужно какой-то красивый, я не знаю, фон здесь, чтобы было, как-то вот так вот всех нужно успеть зачекинить. Опа. Такс, нам подарили уже подарок, шикарно. Что тебе подарили-то? Ага, нам скульптуру подарили, круто. Ну, гость, все просим подарки Деда Мороза. Привет. Да, сейчас поздороваемся. А потом уже попросим подарок. Давай. Что здесь прям все пройти не могут. Да, отлично, ты с ним поздоровалась, давай. А что, нельзя больше? Да нет, может быть. Вот, попроси подарок. Ну-ка, что тебе подарят? Вообще... А, вообще, я думала, то, что как бы это все будет накануне Нового года, а оказывается, здесь это даже раньше все прошло. Так, привет.
мировой коврик. Ого! Ух ты! У нас столько здесь подарков вообще, ребята. Крутотень. Сейчас нам останется, получается, открыть один только подарок и все, попросить подарок, давай. Просим подарок, смотри, сколько у нас подарков. Здесь вообще просто горы, я не знаю, вообще, капец. Так, сдавайте. Все, мы что-то уже подарили, я так понимаю, да? Ну все, теперь мы... Ух ты, нам даже плиту подарили. Значит, мы открываем подарки со всей семьей. Давайте. Короче, вообще круто. Ты что прыгаешь? Так, я так понимаю, то, что только Джастин сейчас. Вообще, какие-то подарки странные, конечно. Так, блин, я хочу сфоткать, но там ужасное какое-то лицо странное. Блин, можно какой-то красивый ракурс, пожалуйста, как-то попытаться сделать? Блин, там видно, что у нас там крыши нету. Что это такое вообще? Такс, скульптура. Короче, у нас тут скульптур вообще море, ребята. Такс. Наконец-то делаю прям красивый кадр. Так, у нас цифровая камера. Блин, ребят, мне кажется, у нас сейчас столько денег сами здесь будет, что вообще просто... Мы с вами теперь миллиардерами так станем после Нового года этого. Все, мы все открыли. Можно еще подарки добавлять? Что это такое? Что за читерство какое-то? Подождите. Ну-ка, стоп. Не, ну камеру мы продадим, а тем более 85 миллионов стоит. Че, опять открываем или нет? А, можно потом, типа, да, еще? Ну-ка, тайком посмотреть подарок. Блин, ребят, ну это, короче, вообще просто... Это круто. Бруно? Цвета. Блин, а можно всем тайком просто смотреть? Ну, я понимаю, что да, не соответственность, но, блин, вообще без разницы. А, ты уже смотришь? И что там? Мольберт нам даже подарили. Блин, ребят, ну, короче, я сейчас, наверное, столько всего нового в нашем доме добавлю. В общем, ладно, в принципе, мы с вами, наверное, закончили эту нашу серию. Новый год сейчас уже, в принципе, заканчивается потихоньку. Да, уже вон все спать ложатся, все уже устали достаточно. Да, так у нас Дед Мороз еще остался, я даже не знаю, что с ним делать. Ну-ка, уберем. Ну, мы еще, наверное, утром какие-нибудь подарки там посмотрим, которые там остались, в принципе. Кстати, ты можешь уже там получить нашивку свою? Ой, нет, еще. Ладно, в общем, ребятки, мы с вами заканчиваем на эту нашу серию. Я надеюсь, вам понравился этот Новый год, потому что у нас столько подарков вообще, ребята, просто. В общем, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. С вами была Карина. Всем удачи и до новых встреч, ребятушки мои любимые. Всем пока!